Расходы на борьбу с коронавирусом в Дагестане составили 4,8 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев. По его словам, к борьбе с ковид не был готов не только Дагестан, но и весь мир. Тем не менее, ситуацию удалось стабилизировать, в том числе благодаря тому, что с 2017 года планомерно увеличивалось финансирование сферы медицины. Он отметил, что из федерального бюджета региона было выделено на эти цели 2,5 миллиарда рублей. Деньги пошли на стимулирующие выплаты врачам и оснащение коечного фонда. При этом, отмечает глава региона, практически половина всех потраченных на борьбу с COVID-19 средств были из республиканского бюджета. Средства в размере 2,3 миллиарда рублей были направлены на приобретение лекарств, дезинфицирующих средств и СИЗов, аппаратов ИВЛ, ИКТ и другое.